Всем привет! Сегодня небольшой обзор такого кошелька, как Faucet Pay, очень нужного и необходимого в работе с проектами, которыми я занимаюсь. Надеюсь, вам тоже понравится. Сам кошелек, обзор, и я нажимаю «Кошелек». Здесь уже непосредственно находятся криптовалюты, да, которые вот у меня имеются. И я их привязываю к различным проектам, кранам, в которых собираю монету. Сейчас я покажу один из кранов. Очень надеюсь, что вы тоже не воспользуетесь. Откуда соберу определенное количество монет, которые уже майнятся. То есть вот так вот это выглядит. Я нажимаю, сейчас секундочку, трон обновлю. Итак, 328 305 сатоши. Сам кран, трон уже подвязан. Нажимаю выплатить. Ну отлично, выплата произошла. Сейчас обновляю здесь. И как видно, монеты мгновенно, успешно зачислены. То есть все работает очень здорово, очень четко. Таким способом я собираю различные монеты, далее же перевожу их в проекты, которые находятся вот на этом сайте. Все ссылки, конечно же, будут в описании. То есть, к примеру, если взять Tron, здесь я играю в различные игры. Зачем это нужно? То есть я повышаю свой уровень. На данный момент я нахожусь на уровне бронза, двигаюсь к сильверу. Это означает, что каждый раз я получаю все больше и больше монет, что в свою очередь способствует продвижению к пассивному заработку. То есть конечный уровень мастер 30 TRX. Это означает, что в час я буду получать где-то 2-2,5 доллара. То есть в один час, каждый час. Да? Это очень, конечно, классно, учитывая, что все 6 проектов именно к этому и ведут. Поэтому через Faucet Pay я прокачиваю именно вот эти вот проекты, вот эти 6. Кому будет интересно, как это работает, кому будет интересно, по какой стратегии я работаю, пишите в комментариях, я обязательно отвечу, помогу вам. То есть я помогаю как своим рефералам, так помогаю вашим рефералам, рефералам ваших рефералов и так далее, если вам сложно этим заниматься. Также всем своим партнерам предоставляю сайт, то есть сделаю, пожалуйста, пользуйтесь, развивайте свои команды, развивайте свои проекты. Причем на этом сайте предоставлено их очень много, они постоянно добавляются. То есть вот в описании, да, вернее не в описании, а в шапке самого сайта это видно. Заходите, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, дальше будет очень много интересного. Всем спасибо, всем пока.